Сегодня по всей стране стартовали ЕГЭ по химии и обществознанию. С каждым годом условия проведения единого государственного экзамена становятся все жестче. Выпускники 2015 проходят испытания под прицелом камер и в присутствии полицейских с металлоискателями. Однако техника знаниям не помеха, говорят те, кто честно учил. Юлия Майданова продолжит. До дрожи в поджилках. В первую школу Архангельска выпускники пришли сдавать ЕГЭ по химии и обществознанию. А попали, кажется, в реалити-шоу. Все происходящее не только снимается на камеру, но и в режиме онлайн транслируется в интернете. У полицейского наготове металлоискатель. Никакую хитроумную электронику не пронесешь. И даже спросить подсказки не у кого. С каждым годом требования проведения экзаменов ужесточаются. В связи с этим присутствуют сотрудники правопорядка, которые имеют при себе металлодетектор. Также в пункте проведения экзамена присутствуют общественные наблюдатели. Личные вещи учащихся, если раньше они были в аудитории, разрешались, то теперь это вне пункта проведения ЕГЭ. Согласно порядка, преподаватели-предметники, именно тех предметов, которые проводим сегодня в нашем ПП, преподавателей нет, учителей. На столе разрешено держать только пропуск, паспорт, ручки и калькулятор. Конверты с экзаменационными заданиями распечатывают ровно в 10 часов утра по московскому времени, минута в минуту. Экзамены длятся 3-4 часа, в туалет отпускают в сопровождение. Однако поколение смартфонов и соцсетей такие строгие меры и пристальное внимание, похоже, не особо смущают. Ребята, конечно, переживают, но считают, тому, кто на самом деле учил, никакая камера не помешает. Общество знания сдаем. Готовились год, очень волнуемся. Да. Ну, напишем. Надеюсь. Да. C-часть, ну, вторая. Вообще ужасная. А так, не знаю. На самом деле, легкий экзамен, наверное. Ну, просто главное волнение. Главное не волноваться и все напишем. Ожидаем, что очень хорошо напишем. В течение года готовились. Боимся очень. Куда хотите поступать? В МВД. В СОФУ. Ну, или уехать в Санкт-Петербург. Преподаватели говорят, с каждым годом усложняются и задания ЕГЭ, так что способности вычислять правильный ответ в тесте мало. Понимание предмета и умение, связанное излагать мысли, еще никому не помешало. Сегодня мы сдаем химию, вот мы с моим одноклассником. Ну, готовились весь год, экзамен, в принципе, сложный, но вся программа уже изучена, так что все будет хорошо. А какие вопросы, может быть, задания такие, ну, вызывают у вас сомнения, сложные? Ой, знаете, третья часть, скорее всего, потому что она самая объемная, требует писанины постоянной, и, пожалуй, вот она. И в части А иногда встречаются сложные вопросы, но, в принципе, все преодолимо. В первой школе обществознания сегодня сдавали 140 учеников, химию 30. Результаты будут известны 17 июня. Юлия Майданова, Алексей Малаковский, Новости РЕН-ТВ, Архангельск.